Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня снова серия на проекте Мазин Холи Плей. Сегодня я буду покупать новые машины в семью, я хочу потратить 100 миллионов, ну точнее хотя бы постараться их потратить. Сегодня я наконец-то куплю новые машины в семью, я узнал как это делается, сейчас я иду в банк получается, и положу 80 миллионов на счет семьи, потому что там лежит 20 лямов, сейчас еще 80 закину, и будет как раз соточка, в принципе, думаю будет нормально. Так, пацаны, все, сейчас бабосики положим. Так, снять мне нужно, по идее, деньги, да? У меня 7 лямов на руках. Так, снять 80 миллионов. Снимаю 80 миллионов. Потом пишем счет семьи, внести деньги. 80 миллионов. А, блядь, 60 только можно максимум. Так, окей. 60 лямов закидываем в семью, короче. И сейчас еще 20 лямов я закину сверху. Так, все, я приехал в автосалон Мерседеса. Давайте вам покажу то, что действительно деньги есть в Фоме. Вот, 101 миллион, в принципе, у нас на семье лежит. И сейчас мы будем покупать машины. Хочу купить сначала Мерседесы, а потом уже можно будет купить остальные машины. Так, я хочу сначала купить, наверное, две Ешки, а потом уже купить два Елика. Потом я еще Теслы куплю. Ну, короче, вы это все увидите. Давайте сейчас Ешку найдем. Как бы я хотел бы акулу купить, но, блядь, мне как бы она не нравится, поэтому я думаю, лучше гелики купить, а потом уже Ешку. А, подождите, блин, я не продал машины, стоп. F-меню. Так, управление транспортом, список всех машин. Так, продаем. Так, одну тачку продали. Сейчас надо все остальные продать. И будет, в принципе, нормально. Потому что я забыл УАЗики продать. Так, управление транспортом. И продаем последний УАЗик. Все, покупаем теперь на Фому гелик. Так, купили семье. Так, вы действительно хотите приобрести данный транспорт для вашей семьи? Да. Извините, данного транспорта средства нет в наличии. Вы серьезно? Гелика нет в наличии? Это пиздец просто. Я думал, как бы он есть. А Ешку тоже нельзя купить? И Ешку нельзя купить. Пиздец, короче, пацаны. Придется покупать что-то другое. Потому что нельзя купить ни Ешку, ни хрена. Так, пацаны, продолжаем. У меня почему-то игра залагала. Такое часто бывает в последнее время, поэтому не обращайте внимания. Покупаем еще один Range Rover. Так, купили семье. Да, все, покупаем. Так, F-меню давайте пропишем. Вообще посмотрим, машины куплены уже или нет. Да, уже два Range есть. Следующая машина, которую я хочу купить в семью, это будет GTR. Тоже два GTR. Почему два, пацаны? Мне просто нравится, когда парные машины, поэтому я покупаю именно одинаковые машины по две штуки. Поэтому покупаем GTR в семью. 7 миллионов, все, купил. Так, вот еще один GTR. В принципе, покупаем, без проблем. Так, купить для семьи, да. Так, теперь осталось 6 мест, получается. 2 для Теслы и 2 для Ламбы. И осталось еще 2 места, которые я еще не выбрал машины. Так, пацаны, короче, я здесь ничего не нашел, поэтому сейчас покупаем Теслы 2. Так, купить. Для семьи Тесла. Все, Теслу купил. Еще сейчас Теслу купим одну. Так, купить. Для семьи. Все, покупаем. Так, и сейчас будем покупать уже ламбы. Вот, Ламборгини, 20 миллионов. Купить. Для семьи покупаем. Так, 25 миллионов осталось. Блин, я походу сейчас больше денег потрачу, чем хотел даже. Поэтому, блин, это жестко, пацаны. Бля, что-то вообще по деньгам не рассчитал. Все, я купил. Так, пишем F-меню. Управление транспортом. Так, осталось 2 слота, получается. Вот, 2 Range, 2 Nissan GTR, 2 Tesla и 2 ламбы. Еще 2 места осталось. Итак, пацаны, я обратно приехал на Нашан. Я уже закинул 6 миллионов на Фому. То есть сейчас у нас есть в Фоме, ну, примерно 11 миллионов, да, в принципе, это нормально. Поэтому сейчас пойдем купим 2 еще Раптора. Я уже потратил 95 миллионов, и сейчас еще потрачу 9 миллионов. То есть я почти потратил уже, получается, 104 миллиона. Просто, понимаете, 104 миллиона я потратил на машины Фомы. Поэтому, пацаны, за это точно нужно поставить лайк. Так, вот я его нашел, покупаем для семьи, конечно, окей, минус 4,5. И покупаем, короче, еще одну машину. Типа, Раптор это хорошая машина, потому что там, по-моему, можно в кузове ездить, поэтому я считаю, это очень хороший вариант. Все, покупаем, получается, последнюю машину Фому. Все, купил. И вот такой вот автопарк у нас получился. Теперь давайте поедем в особняк и посмотрим это все своими глазами. Ну что ж, пацаны, я перезашел, зашел уже в гараж. И смотрите просто, какая красота. Здесь у нас, получается, 2 Раптора стоит. Здесь 2 Ренжа, 2 ГТРа, 2 Ламбы и 2 Теслы. Просто в конце такие 2 Теслы красавицы стоят. Я, честно, даже на ней еще не ездил, поэтому мне будет интересно и покататься.
Ну, согласитесь, автопарк такой получился интересный. Хотя не совсем это хотел. Я хотел купить две Ешки, два Гелика, две Тесла, два ГТРа, две Ламбы. Но, к сожалению, пришлось вместо Геликов покупать Ренжи. Но вместо Ешек покупать Рапторы. Поэтому я считаю, это очень достойно, в принципе. Машины будут доступны как бы не все сразу вам, если будет второй ранг. Со второго ранга вы сможете брать Ренжи, Рапторы и ГТРы. А вот Ламба и Тесла будут уже с третьего ранга, поэтому, пацаны, кто желает, можете приходить к нам в семью. У нас, как бы, семья, в принципе, большая. Особняк тоже хороший. Я, знаете, что предлагаю? Вывести эти все машины на улицу и поставить их все рядом. И просто посмотреть на эту всю красоту вместе. Ну что ж, пацаны, я выставил все машины. Смотрите просто, какая красота. Бляха-муха. Это просто, реально, по кайфу. Я не жалею то, что я потратил 100 миллионов. Типа, мне, по-моему, нихера не жалко, пацаны, реально. Просто вы должны понимать то, что не нужно там машины бросать, где попало. Потому что, ну, как бы мне не жалко вкладывать деньги в семью. Но вы должны также мне помогать. Поэтому ранги у нас в семье платные. И не нужно там писать, вот ты там наживаешься на подписчиках там и так далее. Я только что при вас потратил 100 миллионов на машины просто. На которых я даже не езжу. Потому что у меня есть свои машины. Поэтому, пацаны, я надеюсь, вы поставили лайк, потому что если вы не поставите лайк за это, я реально просто обижусь. Ну, блин, кто на такое способен, кроме меня? Просто потратить 104 миллиона на машины семье. 104 миллиона. Не 4 миллиона, пацаны, а 104 миллиона. Я считаю, это очень хорошая сумма. Просто купил особняк за 50 миллионов. Купил машины еще на 100 миллионов. Я считаю, за это точно нужно, пацаны, поставить лайк. Кто не смотрел предыдущие серии, советую всем посмотреть, потому что там тоже классные серии были. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Я реально очень доволен просто. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Моя цель до лета набрать 20 тысяч подписчиков, а вы мне в этом очень можете помочь, поэтому, кто не подписан, обязательно подпишитесь на канал. Все, всем пока-пока.